четверг в Турцию прибыли эксперты ООН, которые займутся сбором сведений о применении химического оружия в ходе конфликта в Сирии. Члены группы, сформированные генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, находились на Кипре с апреля, но не смогли получить разрешение на въезд в Сирию. В итоге представители Организации Объединенных Наций были вынуждены выбрать Анкару. Сегодня глава миссии ООН провел встречу с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу. Планируется, что международные инспекторы посетят турецко-сирийскую границу. При этом они не смогут взять воду и почву для химического анализа, но поговорят с очевидцами и беженцами из Сирии, которые могли стать жертвами химической атаки. Напомню, как режим Башраста, так и сирийская оппозиция обвиняли друг друга в использовании химического оружия, в том числе отравляющего газа «Зарин».